Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Перейдем к теме нашего урока. Мы продолжаем изучение жанров устного народного творчества. Мы уже знакомы с пословицами, с поговорками, со считалочками, колыбельными, загадками, скороговорками и начали знакомство со сказками. Сегодня мы познакомимся с еще одной азербайджанской народной сказкой, которая называется «О дружбе журавля и лягушки». Если вы готовы, открывайте, пожалуйста, свои учебники и начнем знакомство с этой сказкой. Итак, о дружбе журавля и лягушки – азербайджанская народная сказка. Однажды журавль пил воду из болота. Вышла из болота лягушка и говорит: «Братец журавль, давай подружимся». «Послушай, лягушка, – отвечает журавль, – боюсь, из этой дружбы ничего не выйдет». Давайте остановимся и попробуем проанализировать то, что мы прочитали по вопросам. Где встретились журавль и лягушка? Из первого предложения мы прочитали, что журавль и лягушка встретились на болоте, так как журавль пил там воду. Что предложила лягушка журавлю? Если вы внимательно слушали, то заметили, лягушка предложила журавлю дружбу. Давайте посмотрим, что из этого получилось. «Почему?» – спрашивает лягушка. «Потому что ты живешь под водой, а я летаю под облаками. Ни я к тебе в гости не смогу ходить, задохнусь. Ни у тебя нет крыльев, чтобы летать со мной», – ответил журавль. Как вы думаете, ребята, почему журавль не соглашался с предложением лягушки? Что он ответил на это лягушке? Если вы были внимательны, то он ответил: «Я не смогу прийти к тебе в гости под воду, так как я задохнусь, а ты не сможешь летать, как я, так как у тебя нет крыльев». То есть они не равны в дружбе. А если не равны в дружбе, то такой дружбы может не получиться. Продолжим чтение. «Ну, ты придешь к болоту, я выйду к тебе. Так и будем встречаться», — говорит лягушка. Журавль согласился. Стали они дружить. Прилетал он иногда к болоту побеседовать с лягушкой. Прошло время. Как-то в одной из встреч друзья мирно беседовали. «Братец журавль», — вдруг восклицает лягушка, — «я ничего, кроме этого болота, не видела. А ты летаешь в Поднебесье и видишь сверху все вокруг. Что, если ты возьмешь меня с собой и покажешь мне мир?» Давайте, ребята, сделаем паузу и попробуем проанализировать прочитанное. Что хотела увидеть лягушка? Наверное, вы заметили, что лягушка хотела увидеть мир. Она, кроме своего болота, больше ничего не видела. Продолжим наше чтение. «Ну как ты полетишь, лягушка?» – удивился журавль. «Ведь у тебя нет крыльев». «Ну и что, что крыльев нет? Посадишь ты меня между крыльев, я крепко буду держаться за тебя, и ты поднимешь меня в небо». Следующий вопрос. Почему журавль был против? Как вы думаете, ребята, почему журавль был против? Возможно, журавль был чуть разумнее и понимал, что лягушку он никак не сможет поднять в небеса. Она же не может летать. И, скорее всего, она не сможет удержаться, как она предлагала у него между крыльев. Давайте посмотрим, что из этого получится. Согласился ли журавль и смог ли он ей показать мир? Сколько ни отговаривал журавль, лягушка настаивала на своем. Журавль посадил лягушку и поднялся над болотом. Только поднялись они, как лягушка не удержалась и полетела вниз. Хорошо еще упала в воду, покалечилась, но не погибла. И у нас следующий вопрос. Чем закончился полет лягушки? Как вы заметили, он закончился очень плачевно. Хорошо еще лягушка не разбилась, она только покалечилась. А покалечилась она только потому, что упала в воду. Если бы она упала на землю, то разбилась бы. И конец сказки. Спустился журавль к болоту и говорит: «Не предупреждал ли я тебя, лягушка, что из дружбы нашей ничего не получится? Ведь говорят же, что дружба с неровней приводит к беде». И последний вопрос, ребята, на который мы постараемся сегодня ответить. Почему не сложилась дружба у журавля и лягушки? Журавль сам ответил на этот вопрос в конце сказки.
Он сказал, что дружба между неровней приводит к беде. Беда могла случиться с лягушкой. Слава богу, что все обошлось. Я думаю, вы еще раз перечитаете эту сказку и сами постарайтесь задавать вопросы и отвечать на них. А мы переходим к грамматическому материалу нашего урока. Сегодня мы будем закреплять шипящие согласные, а также буквы сочетания, которые мы изучали на предыдущих уроках. Это сочетание «жиши», которое пишется с буквой «и», сочетание «чаща», которое мы должны писать с буквой «а», и сочетание «чущу», которое всегда нужно писать с буквой «у». Готовы? Тогда открывайте свои тетрадочки, и мы будем выполнять упражнение для закрепления. Это упражнение номер один на страничке 110. У нас, ребята, загадки. Нам нужно сначала прочитать и отгадать загадки. Хвостом виляет, зубасто, а не лает. Сложновато догадаться, но картинка вам поможет. Вы, наверное, ее узнали? Верно, ребята, это щука. В слове «щука» у нас есть буквосочетание «щу». Следующая загадка. Без ног, а стоит. Огород сторожит. Опять-таки, сложновато догадаться. Но картинка вам поможет. Обратите внимание на картинку. Это чучело огородное, совершенно верно. Чучело ставят на огородах для того, чтобы отпугивать ворон. Нам нужно списать загадки, написать отгадки и подчеркнуть сочетание «чу-щу». Загадки мы с вами отгадали, а записать, я думаю, вы сможете самостоятельно. Перейдем к следующему упражнению. В упражнении 2 нам нужно заполнить клеточки недостающими буквами, чтобы у нас получились слова. Первое слово у нас, если мы добавим в него букву «у», получится слово «чуб». Чуб, ребята, это вот такой небольшой хвостик волос. Следующее слово будет «чудо». Это слово вы знаете. «Чулан» – это небольшой подвал. «Чудеса» – очень красивое слово. И последнее слово, ребята, «чугунок». «Чугунок» – это небольшой горшочек из чугуна. Нам нужно подчеркнуть сочетания, написание которых нужно запомнить. Но для этого мы должны определить еще слова из вторых клеточек. Здесь, ребята, мы будем вставлять буковку «а». И у нас получаются слова «чай», «чаек». Так иногда приглашают за стол. Нужно выпить чаек. Следующее слово «чайка» – это птица. Со словом «чайник» вы знакомы. И «часовой» – тот, кто стоит на часах, охраняет что-то. Запишите, пожалуйста, эти слова. Надеюсь, вы вместе со мной вставляли пропущенные буквы. А после того, как вы их запишете, обязательно подчеркните буквосочетание «чу» и «ча». А для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю выполнить упражнение 3 со странички 110. В этом упражнении вам нужно будет поработать учителями. Дело в том, что ученик, записавший этот текст, записал его с грубыми ошибками. При проверке вам нужно помнить, что сочетание «жиши» пишется с буквой «и», сочетание «чаща» пишется с буквой «а», а сочетание «чу-щу» пишется с буквой «у». В первом же слове, в слове «щука» мы видим ошибку. Здесь мы должны написать букву «у». А я с вами прощаюсь, ребята. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие ребятки! Рада вас вновь видеть! Мы сегодня с вами продолжим изучение темы вычитания уменьшением до 10. Посмотрим с вами на экран. На доске записаны примеры, решенные уменьшением до 10. Некоторые из них решены неверно. Найдите ошибки и исправьте их. Давайте сделаем это вместе. Первый пример – 12 минус 3. Сначала из 12 вычли 2, получили 10. Затем из 10 вычли еще 1, получили 9. То есть 3 представили в виде тройки чисел 2 и 1. 12 минус 3 равно 9. Правильно, ребятки, этот пример решен верно. Смотрим на следующий пример. 15 минус 7. Сначала из 15 вычли 5. Верно, уменьшили это число до 10. Затем из 10 вычли 3, получили 7. 15 минус 7 равно 7. Этот пример верно заметили, решен неверно, то есть начало верное,
А затем из 10 вычли 3. Мы с вами знаем, что 7 можно представить в виде тройки чисел, как 5 и 2, но не 5 и 3. Значит, этот пример решен неверно. А давайте теперь исправим ошибки. Итак, как должно быть? Мы с вами сказали, что первая часть решена верно. Где у нас ошибка? Верно, в числе 3. Мы должны из 10 вычесть не 3, а 2. 10 минус 2 получим 8. Исправим эти ошибки, значит 15 минус 7 у нас равно чему? 8. 13 минус 8. Из 13 вычли 4, получили 10. Правильно, ребятки, этот пример тоже решен неверно. Давайте исправим эти ошибки тоже. Итак, необходимо 13 уменьшить до 10. Для этого из 13 надо вычесть верно 3, а не 4. 13 минус 3 получаем 10. Затем мы из 10 вычтем 5, потому что у нас 8 – это тройка чисел 3 и 5. Мы 10 минус 5 получим 5. Значит, 13 минус 8 равно 5. Молодцы, ребятки! 11 учеников из класса ходят в шахматный кружок, а в музыкальный кружок ходят на 6 учеников меньше. Сколько учеников ходят в музыкальный кружок? Давайте с вами найдем ключевые слова. Какие слова являются главными? И с вами запишем краткое условие. Итак, нам известно, что в шахматный кружок ходят 11 учеников. В музыкальный кружок мы не знаем, сколько ходят, но у нас есть подсказка, что их на 6 учеников меньше, чем в шахматный кружок. И поэтому мы это указали вот такой вот стрелочкой. Теперь запишем решение. Как мы решим эту задачу? Вспомним, если нам необходимо найти какое-то число, которое на несколько единиц меньше, для этого мы что делаем? Правильно, вычитаем. Значит, необходимо из 11 вычесть 6. Как мы с вами это сделаем? Мы 11 сначала доведем до 10, 11 минус 1, затем еще минус 5. 10 минус 5, получим 5. Запишем с вами ответ. В музыкальный кружок ходят 5 учеников. Ночью на стоянке было 14 машин. Несколько из них днем уехало. И на стоянке осталось 7 машин. Сколько машин уехало со стоянки? Ребятки, подчеркнем главные слова. Найдем их и выделим. Нам известно, что было 14 машин. Нам известно, что уехало несколько машин. И нам известно, что осталось 7 машин. Запишем это в виде условия задачи, то есть в виде краткой записи. Теперь мы должны решить эту задачу. Запишем слово «решение». Давайте подумаем. Итак, было 14 машин. Сколько-то машин уехало, осталось 7. Как найти количество машин, которые уехало? Верно, мы должны из 14 вычесть 7. 14 минус 7. Верно, ребятки, получим 7. 7 машин. Ответ. Запишем. 7 машин уехало со стоянки. Сестре Анары 12 лет. Анар младше сестры на 6 лет. Сколько лет Анару? Итак, сестра, ей 12 лет. А Анар младше сестры на 6 лет. Итак, чтобы найти возраст Анара, что мы должны сделать? Правильно, дорогие, из 12 вычесть 6. Получим 6 лет. Анару 6 лет. Эльхан и Айнур задумали по одному числу. Число, задуманное Эльханом, на 7 единиц больше, чем число Айнур. Какое же число задумала Айнур? По рисунку видно, что Эльхан задумал число 15. Если число, которое задумала Айнур, нам неизвестно, но мы по условию знаем, что число, задуманное Эльханом, на 7 больше, чем число, задуманное Айнур. Значит, число, которое задумала Айнур, на 7 меньше, чем число, которое задумал Эльхан. Значит, чтобы найти это число, надо из 15 вычесть 7. Это число 8. Давайте проверим. Как мы можем проверить, правильно ли мы с вами решили этот пример? Значит, мы из 15 вычтем 8. 15 минус 8 получим 7.
Значит, мы с вами решили правильно, потому что по условию число, которое задумал Эхан, на 7 больше, чем число, которое задумала Айнур. Откроем рабочие тетради на страничке 26 и решим восьмую задачу. Дедушка Лала посадил во дворе 14 кустов цветов. Из них 7 кустов роз, а остальные сирень. Сколько кустов сирени посадил дедушка во дворе? Итак, давайте посмотрим, где наши слова, которые помогают решить эту задачу. 14 кустов цветов всего, 7 кустов роз и остальные сирень. Теперь найдем, сколько же кустов сирени. Для этого что мы сделаем? Верно, из общего числа вычтем то, что нам известно, то есть количество кустов роз. 14 минус 7, получим 7 кустов сирени. Запишем ответ, число 7. Решим следующую задачу на этой же страничке. Учитель повел в кукольный театр детей. 12 из них были мальчики, а девочек на 5 меньше, чем мальчиков. Сколько девочек пошли в театр? Где наши ключевые слова? Выделим их. Нам известно, что мальчиков было 12, а девочек на 5 меньше. Мы с вами уже знаем, что если какое-то число на несколько единиц меньше, чтобы найти это число, необходимо отнять из 12 5. 12 минус 5 мы получим 7. 7 девочек. Запишем ответ. Число 7. На этом, дорогие, наш урок подошел к концу. В конце вам такое задание. В ваших рабочих тетрадях на страничке 26 выполните номер 10. Вам желаю всего хорошего, удачи, до новых встреч!